Здравствуйте, меня зовут Гаптыкая Валера Зеферовна, я врач-эндокринолог высшей категории. В своей практике занимаюсь диагностикой и лечением различных эндокринных заболеваний, а также большое внимание уделяю профилактике инфекционных заболеваний. Поговорим о наличии лишнего жира на животе. Абдоминальный жир является первым признаком метаболического синдрома. Метаболический синдром – это ряд клинических гормональных нарушений, которые приводят к развитию сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Если у вас есть время, можете прямо сейчас выявить у себя признаки метаболического синдрома. Достаточно измерить окружность талии. По рекомендации ВОЗ, окружность талии у женщин должна быть не более 80 см, у мужчин не более 94 см. Все остальное – абдоминальный жир. Абдоминальный жир является гормонально активным органом, который выделяет ряд активных гормональных веществ, которые запускаются в процессе старения в организме. Если у вас бывают симптомы хронической усталости, слабости, снижение зрения, потливости после приема пищи, онемение, судороги в ногах, то вам стоит обратиться к врачу для выявления начальных признаков нарушения углеводного обмена. Провоцирующими факторами являются хронический стресс, злоупотребление алкоголем, жирной или сладкой пищей, курение, снижение физической активности. В нашей клинике вы сможете пройти полное обследование, которое включает биоимпедансный тест, анализ крови на различные гормоны, микроэлементы и витамины, по результатам которых мы сможем подобрать вам индивидуальную программу питания и коррекции выявленных нарушений. В нашей клинике данную программу прошло уже большое количество человек, которые остались довольны результатом, так как смогли снизить вес, улучшить общее самочувствие и качество жизни. Мы будем очень рады видеть вас в нашей клинике. Приходите, мы обязательно вам поможем.